Ты опять пришел. Вот теперь говори зрителям. Зрителям говори, что лайки – это хорошо, но подписка лучше. Подписка. Лайки – хорошо. Гуляют. Лайки гуляют. Здравствуйте, друзья. Маленькое вступление. Я обычно сразу к делу. Здесь интересная история. Так получилось, что благодаря сотрудничеству с одной из фирм FireMaple, у нас совершенно никак не связано с каналом, напрямую, по крайней мере, появилась целая линейка плиток, газовых горелок, газовых плиток туристических. Ну и я задумал такой небольшой проект. Я вообще люблю проектную какую-то такую деятельность, когда можно какие-то в цикле роликов выставить отдельные какие-то рамки и потом посмотреть итоги. И вот сейчас у нас стартует новый проект, который можно назвать условно «Все плитки FireMaple». Они, конечно, не все-все будут там, да, но основная группа плиток, что-то прям вот самое новое-новое будет, вот еще одна там бежит к нам. Прямо еще ни у кого на нее обзора не будет. Но смысл в том, что мы сначала по единой методике протестируем все плитки. Используем их в походах в разных. А потом сделаем такой общий итог. У нас уже кое-что вышло. Я соберу все плитки, которые есть у меня. Соберу те, которые есть у ребят. Что-то я раньше покупал, что-то нам присылали на тест. И мы сделаем такой общий ролик, итоговый. Вот из чего выбрать по нашему опыту. Вот, так что мы начинаем. Начинаем с очень простой и интересной плиточки. Интересной в смысле как раз покупки. То, что будут образцы такие совершенно фантастические немножко. Вот, ну и у нас тоже были там уже раньше. Ну а сейчас вот прям. Это такая компактная горелка с пьезоподжигом на резьбовый баллон, у которой даже нет названия. И вот сейчас мы ее разберем. У нее есть несколько приятных особенностей. Эта плитка весит всего 85 грамм, является одной из самых доступных, если не самой доступной, из таких вот наболонных плиточек от FireMaple. Ну, про цену я, как обычно, не говорю, по ссылке можно посмотреть, но я с самого начала говорю, что это вот одна из самых выгодных покупок у этого бренда. При этом диаметр подставки у нее 8,5 сантиметров, и она хорошо будет держать небольшую миску, небольшой чайничек, и при этом вес 85 граммов, ну, в общем, мне кажется, вполне легкоходский. Хотя, конечно, сама плитка выполнена из стали. Яркая база из алюминия, основная часть из стали. Она имеет достаточно широкую площадку и по указаниям производителя есть даже ветрозащита. Но в действительности эта ветрозащита такой тоненький-тоненький бортик вокруг самой горелки. Ну, это очень смешно. Нет, конечно, по сути своей никакой ветрозащиты такие плитки не имеют, в принципе, как класс. Немножечко об испытаниях. В принципе, у нас выстроилась уже целая логика испытаний. Мы уже много плиток примерно одинаково использовали. Сейчас я расскажу. Естественно, это, с одной стороны, это не точные измерения, не лабораторные. Хотя я благодарю подписчиков Boosty наших, что они помогли. Мы приобрели для измерения газа специальные весы веса газа с шагом 0,1 грамма и при этом до 500 грамм, то есть можно будет взвешивать баллоны 230-граммовые без проблем. Но тем не менее, это, конечно, примерное. Вот давайте разберемся как. У нас литр воды в чайничке и температура воды около 15-16 градусов. То есть, ну, это как раз вот такая ситуация, когда вы среднестатистическое летом зачерпнули воды. Литр воды. Мы ставим плитку, измеряем вес газового баллона и включаем ее не на полную, а на две трети, потому что одновременно мы замеряем и расход
в обычных условиях, потому что если вы полный врубите на полную, то при высоком расходе вы будете в значительно большей мере греть атмосферу. А также замеряем время, за которое при нормальной ситуации, да, то есть на 2/3 открытый газ, вода, комнатной температуры, вы получите вскипевший литр воды. То есть это, в принципе, обычная ситуация, которую можно создать в походе. Да, она не абсолютно лабораторно точная, но при этом, сравнивая несколько плиток между собой, мы можем посмотреть, как в одинаковых условиях они себя ведут. И вот мы начинаем первый эксперимент. Я включаю весы и взвешиваю баллон. 332 грамма весит баллон и 0,2. Еще важное дополнение. Если вы будете использовать такую плитку или какую-то еще другую плитку в формате горелки на баллоне, очень рекомендую вам сразу приобретать, это стоит копейки, вот такую вот подставочку. Она сделает использование подобной плитки значительно безопасной в сложных условиях. Если у вас какие-то там неудобья, камни, скалки, то плитка на баллоне отдельно, она может опрокинуться, достаточно высокая, поэтому сразу рекомендую приобрести, если вы берете в комплекте такую штуку. Их полно на Алиэкспрессе, я тоже ссылочку приложу. Насчет пьезоподжига. Это мое личное мнение. Я воспринимаю пьезоподжиг как приятный бонус. Реально, есть он прекрасно, но никогда нельзя рассчитывать, что он вас полностью будет выручить из спички, и там зажигалку брать не надо. Потому что я сталкивался и на высотах, на больших, и просто в каких-то сложных условиях, когда вдруг, бац, пьезоподжиг перестает работать. Притом потом этот пьезоподжиг еще полгода работает без проблем в других походах. Поэтому всегда зажигалку, спички я с собой беру, несмотря на то, что пьезоподжиг. Жарит хорошо. Все. Фига себе. Очень, знаете, интересный и приятный результат. 4 минуты 50 секунд. То есть это на пару минут быстрее среднего. Собственно, и плитка позиционируется производителем как достаточно мощная. И указывается 2800 ватт. Даже если это китайские ватты, они, может быть, даже близки к европейским. Теперь посмотрим расход. 319 грамм. То есть получается, что плитка расходовала 13 с лишним грамм газа. Между прочим, это достаточно большой расход. Ну, по закону Ломоносова и Лавуазье, где чего будет, значит, где-то прибыло. Или наоборот, в данном случае прибыло явно со скоростью, при том, что запас по скорости еще был. То есть оно может в реальности на скорость еще и быстрее, чем 4,5 минуты. Ну и расход 13 граммов – это достаточно много, потому что в самые экономичные плитки у нас укладывались 7-8 граммов на литр воды. Подведу итог. Относительно недорогая, мощная, быстрая и легкая плитка с рядом минусов. Минусов, присущих, в принципе, всему классу вот таких горелок. Это плохая ветрозащита. То есть, если вы ее берете, вам нужно задуматься о ветрозащите. Либо покупают специальные такие пластинки, либо можно делать из плотной фольги ветрозащиту. А мы обычно справляемся еще парой пендалей. Поставил вот так вот, и от ветра хорошо защищает. И с посудой не очень хорошая устойчивость, поэтому нужно дополнительно делать какие-то... Или укреплять сам баллон так, чтобы он не падал. Для кого такая плитка? Мне кажется, это прежде всего для тех, кто ходит в соло-походы и при этом не хочет тратить много на снаряжение. Да, есть люди, которые экономят там на всем по весу и поэтому покупают более дорогие. Здесь вы получаете плитку за 85 грамм, и не надо говорить, что она тяжелая. Нет, вы можете говорить, но это на меня никак не повлияет. Вот, 85 грамм – это не тяжелая плитка. И при этом она с пьезоподжигом, то есть она удобная. Хотя говорю, что пьезоподжиг – это бонус. Вот еще один существенный минус, который есть, в принципе, у таких плиток. Это маленькое пятно нагрева. У этой, кстати, еще немножко больше, чем у других, но тем не менее, вы видите, что здесь буквально пара сантиметров, ну, я не знаю, 3 или 3,5 диаметр.
когда вы ставите на него посуду, она передает много мощности маленькому пятну, и, соответственно, у вас быстро пригорает. Особенно если учесть, что треская посуда обычно тонкостенная, она мгновенно пригорает. Поэтому в большинстве случаев такие горелки имеет смысл использовать, если вы идете на кипятке. То есть у вас какие-то продукты питания, которые там сублимат или что-то еще, хлопья, и вы просто греете кипяток и заливаете этим кипятком. На такой плитке могут себя нормально готовить, ну, 1-2 человека. Что большая компания, вряд ли. Нужно искать какие-то другие варианты, и мы их рассмотрим. Итак, мы начинаем этот наш новый проект. Вот это первая плитка. Расскажите о ваших впечатлениях, как вам понравилось. Ну и дальше будет много интересных плиток. Всем хороших походов и до встречи в поле.